Святой, мы поклоняемся Тебе, любимый. Мы жаждем видеть Твою славу на этой земле. Погрузи своих детей, пропитай своих детей Твоей атмосферой, Твоей славой. Пусть на каждом из нас будет этот запах неба. Пусть каждый из нас в Твоей атмосфере пропитается с Тобой, пропитается Твоей славой, пропитается Твоей атмосферой, Твоей любовью. Пусть, Господь, Твоя слава почиет на Твоих детях. Время говорить закончено. И сейчас время являть того Бога, в Которого мы верим. Мы просим Тебя, любимый, пропитай это место Тобой. Пусть Твой голод придет. Пусть Твоя жажда опустится на это место. Пусть придет ненасытимость, неудовлетворение тем, что мы имеем. Пусть Твоя слава опускается на это место. Благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, любимый. Просто сегодня погрузись в Его атмосферу. Воздай Ему славу, просто обними Его сегодня. Обними Его сегодня. Просто проведи с Ним время. Забудь за всех, за все. Отложи всю суету и просто скажи Ему, как ты любишь Его. Потому что Он ждет взаимоотношений. Он создал нас подобными Ему, чтобы не только отдавать любовь, но и принимать ее также. И поэтому мы всем нашим сердцем, всем разумением и крепостью мы возрастаем в нашей любви к нашему Богу. Любимый Ты наше сокровище. Мы еще раз и еще раз повторяем: Ты наше сокровище. Ты наша любовь. Ты наша драгоценность, Ты наша жизнь. И наша единственная цель — это приблизиться к Тебе. Приблизиться к Тебе. Приблизиться к Тебе, любимый. Приблизиться к Тебе. Просто вдыхать Твою славу, вдыхать Твое присутствие. Ты наша жизнь, Ты наша любовь, Ты наше сокровище. Ты наша награда. Ты любовь наша. Ты смысл нашего существования, Бог. Нет ничего для нас сокровеннее Тебя, любимый. Ты наша жизнь. Мы ищем только Тебя. Ты знаешь все наши нужды, Ты знаешь всю нашу боль, Ты знаешь все вещи, которые должны быть исправлены, откорректированы. И поэтому мы просто идем в Твое присутствие, и мы жаждем Тебя, как Небесного Отца, Твоего прикосновения, Твоей любви, Твоей жизни, любимый. Наполни нас, каждого из нас, своей глубиной, своей мудростью и более всего своей любовью, своей атмосферой и присутствием. Любой, кто сталкивается с нами, должен распознавать эту атмосферу на нас. Хотя мы живем в этом мире, мы не от этого мира. Мы граждане Царства.
И наш смысл — это наш Бог. Наша пища — это не просто хлеб. Это каждое слово, исходящее из Твоих уст. Им мы живы. Спасибо, любимый. Мы просто погружаемся в Тебя. Мы просто погружаемся в Тебя и ничего, кроме Тебя, не преследуем. Просто хотим сказать Тебе из глубины сердца нашего спасибо. Спасибо за Твою дружбу, спасибо за любовь, спасибо за эту атмосферу. Спасибо, что Ты никогда, никогда не покинешь, никогда не оставишь, никогда не уйдешь. Ты всегда рядом. И даже если мать оставит своего ребенка, ты пообещал, ты никогда не оставишь своих детей. И мы благодарим тебя за это, родной. Мы благодарим тебя, что твоя любовь к нам не базируется на нас и на наших поступках. Твоя любовь к нам базируется на самом тебе. И именно поэтому она непоколебима. Поэтому никакие наши действия не могут изменить ни настоящее, ни прошлое, ни будущее. Ни на ничего на небесах, ничего под землей и на земле не может остановить твою любовь. Не может прекратить эти взаимоотношения. Мы благодарим Тебя, любимый, что Твоя любовь базируется на самом Тебе. Спасибо, родной. Спасибо, родной. Спасибо, любимый. Спасибо Тебе за жизнь, которую Ты подарил нам. Спасибо Тебе за семью, которую Ты подарил нам. Спасибо Тебе за этот дом, который Ты дал нам. Спасибо Тебе за открытые двери и возможность касаться Твоих детей. Спасибо за Твое доверие. Спасибо, любимый. И вся наша мечта — как можно больше Твоих детей привести к личным взаимоотношениям с Тобой. Не к нам, не к нашим доктринам, не к нашим умозаключениям или проповедям, но только к Тебе, Твоей любви, Твоим отношениям, Твоим объятиям. Мечта сыновей одна — познакомить всех потерявшихся детей со Своим Небесным Отцом. Спасибо Тебе, любимый. И мы будем исполнять Твою миссию, пока есть кислород в наших легких, пока мы можем двигаться. Мы еще раз и еще раз говорим Тебе, любимый, мы абсолютно Твои. Это Твой дом. Делай, что Ты хочешь. Мы не идем за большинством, за мнением, за какими-то корыстными мотивами. Мы идем только за Тобой и за Твоей мечтой спасти этот мир. Коснуться погибающие души. Вырвать из ада. Еще и еще приближать только к Тебе, Иисус. И в этом наше счастье — видеть Твоих детей, которые приходят к Тебе. Спасибо Тебе за цель, которую Ты подарил нам. Спасибо за мечту, которую Ты вложил в нас. Спасибо, родной. Спасибо, любимый. Мы просто наслаждаемся Твоим присутствием. Мы просто погружаемся в Твою любовь. Нам ничего не душно. Мы не преследуем никакого мотива, кроме одного — приблизиться к Тебе. Приблизиться к Тебе, любимый. Единственный мотив — быть к Тебе сегодня ближе, чем вчера. Слышать чисто и четко голос Твой. Мы рады исполнять Твою миссию. Для нас это счастье — видеть спасение жизней, спасение душ, восстановление семей. Для нас огромное наслаждение —
видеть Небесного Отца, который доволен своими детьми. Спасибо, Святой. Спасибо, Святой. Спасибо, Святой. Спасибо, Святой. Спасибо, Святой. Просто погружайся, погружайся, погружайся в Него. Самый короткий путь к сердцу Бога в тронный зал — это любовь, это поклонение. Это не выпрашивание чего-то. Это просто дети изливают свою хвалу своему отцу. Невеста поклоняется своему жениху. Это самый короткий путь в его славу и в его атмосферу. Просто поклоняйся, ничего не проси. С раннего утра просто становись на колени, просто изливай на него свою любовь. И ты увидишь, что начнет происходить с твоей жизнью. Просто изливай поклонение, ничего не проси, ничего не ищи. Отдай Ему управлять твоей жизнью. Просто хвали и поклоняйся, возвеличивай, превозноси, отдавай Ему честь. И ты увидишь, что начнет происходить в твоей жизни. Все нужды начинают покрываться, все дыры начинают закрываться, вся боль начинает исцеляться, потому что Он начинает заботиться о тех, кто заботится о Его Царстве. Он начинает инвестировать в тех, кто инвестирует в Его Царство. О, кто потеряет свою жизнь, тот приобретет ее. А кто будет удерживать ее, потеряет. Отдай свою жизнь. Отдай свою жизнь. Она без Него все равно ничего не стоит. Мы входим во святое святых. Царь на престоле. Мы видим Твою красоту. Мы видим красоту Твоего лица. Мы видим красоту Твоего лица. Мы видим Твое сияние. Мы видим Твою жизнь. Мы видим Твою любовь, которая как волны исходит из тронного зала. Мы видим Твою милость, которая покрывает эту землю и стучит в каждую дверь, в каждое сердце, в каждое сознание. Спасибо, любимый! Мы видим Твое сияние, мы видим Твою улыбку, мы видим Твою радость, мы видим, как Ты наслаждаешься своей церковью, которая поднимается с каждым годом, становится крепче, сильнее. Поднимаются сыновья, поднимается невеста, поднимается Твоя армия, Бог. Мы поклоняемся Тебе, Святой. Просто погружайся в Него. Забудь за себя и просто ныряй в Его хвалу. И как только ты погружаешься в Его славу, отдаешь Ему честь, Он берет тебя в свое открытое видение, ты начинаешь видеть Его тронный зал, и ты начинаешь видеть свет Его лица, и ты начинаешь видеть сияние Его тронного зала, и ты начинаешь слышать шум хвалы ангелов вокруг тронного зала, как шум воды, и ты начинаешь становиться частью хвалы тронного зала. О, святой! Мы голодны по Тебе, родной. Ты наша пища, Ты наше питье, Ты наш воздух. Ты энергия для нашего существования. Ты наша жизнь. Ты наша жизнь. И как только ты входишь в глубокое поклонение, ты начинаешь слышать. Твои духовные чувства обостряются. Твоя душа отходит на второй
момент, на вторую позицию, твой дух начинает доминировать, и он начинает видеть и слышать, переживать, ощущать, получать передачу из тронного зала. И здесь это именно то, для чего невеста на земле, чтобы то, что на небе, начало происходить на земле. Но пока ты не отсоединишься от земли, ты не увидишь то, что на небе, а значит, не сможешь принести картины, звуки, славу, мысли, мудрость с неба на землю. О, он ищет поклонников, он не ищет попрошаек, он не ищет тех, кто будет что-то просить, искать, выклянчивать. Он ищет поклонников, именно поклонников. Поклонники ходят в славе, поклонники ходят в мудрости. Кем бы ты ни был, наша первая функция как невесты — это поклонник. Я твой поклонник, любимый. Я твой абсолютный поклонник. Ты моя жизнь. Я твой поклонник, ты мой воздух, ты мой воздух, ты моя жизнь, ты моя жизнь. И я с удовольствием сожгу мою жизнь для тебя. Я с удовольствием отдам все, без тебя нет никакого смысла. Все люди ищут смысл в жизни, не понимая, что весь смысл находится в тебе. И нашед тебя мы находим именно смысл жизни, цель, функцию и благословение. Спасибо, любимый. Мы идем в хвалу, мы идем в поклонение. Мы любим тебя. Мы погружаемся в тебя. Мы погружаемся в тебя. О, просто погрузись в него. Оставь все. Ни о чем не думай, ничего не ищи. Смотри на его сияние. Смотри на его прекрасное улыбающееся лицо. Смотри на его руки, которые простираются к тебе, потому что он хочет быть с тобой. Он не гневается, он любит, он милует, он ждет. Он готовит свою невесту. Он готовит свою церковь. Спасибо, любимый. Мы видим тебя. Мы слышим тебя. Мы преклоняемся перед тобой. Мы идем в свет твоего тронного зала. Мы идем, поклоняясь тебе, потому что это цель нашей жизни. Мы поклонники. И если люди не поклоняются Богу, они всегда найдут объект поклонения. Человек создан по умолчанию быть поклонником. Но у нас есть воля выбирать объект нашего поклонения. Кто-то поклоняется противоположному полу, кто-то поклоняется тому же полу, кто-то поклоняется деньгам, кто-то поклоняется власти, карьере, супруге, детям, а кто-то выбирает поклоняться своему Творцу. И мы поклоняемся тебе, единственный Бог. Поклоняемся тебе, потому что ты один достоин. Ты один творец и дизайнер. В тебе вся мудрость, вся любовь и вся глубина. И мы хотим стать частью того, что ты делаешь.
Мы хотим быть носителями Твоей атмосферы славы, мудрости и глубины. И чтобы, когда люди касаются нас, видят, слышат, переживают, они касались Тебя. Пусть каждый из нас будет настолько пропитан Тобой, чтобы нас не было видно вообще, а только Тебя. Моисей в Ветхом Завете уходил на гору. Когда он приходил, люди даже лица его не видели, они видели сияние неба. Насколько больше для нас открыты двери, насколько больше мы можем идти в эти глубины. Продолжай звать, мы идем, любимый, мы идем, любимый, мы идем, родной, святой. Ты наша жизнь, ты наш покой, ты наша любовь, святой. Святой, пусть тебя увлечет Его свет, Его любовь. И как только мы увлечены им, весь этот мир со всеми заботами, он начинает тускнуть, терять фокус и уходить на задний план. Все заботы мы возлагаем на Него, мы отдаем Ему, потому что Он хочет печься о каждом из нас. И мы начинаем преследовать больше и больше Тебя, Твое лицо, Твою атмосферу, Бог. Надели нас глубиной Твоей, надели каждого из нас мудростью Твоей, силой Твоей, славой Твоей. Атмосферой Твоей мы просто бежим к Тебе. Мы бежим к Тебе, любимый. Мы бежим к Тебе, драгоценный. Ты наша жизнь, Ты наша жизнь, Ты наш покой. Просто поклоняйся. Пусть этот вечер будет только для Него, только для Него, не для нужд, не для каких-то забот, а только для Него. Спасибо, Папа. Спасибо, любимый Папа, за Твоего Сына, за кровь, за Дух Святой, который подарен нам, который корректирует нас, утешает нас, учит нас, направляет нас, преображает нас в образ Христа. Благодарим Тебя, любимый, Ты жизнь наша, Ты любовь наша. Погружайся в Него, погружайся в Него. Спасибо, любимый, спасибо, любимый, спасибо, любимый. Нет ничего дороже, чем Твое присутствие. Нет ничего дороже, чем Твое присутствие. Спасибо. 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 Thank you.
Отец превознес тебя. Он возвеличил твое имя выше всех имен. Он дал тебе власть в небе, на земле и под землей. Ты царствуешь, ты царствуешь.
living creatures all around you. The seven spirits of God, elders all around, elders all around. Святый ты был, святый ты есть, святый.
Мы преклоняемся, мы преклоняемся.